Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сад своими руками. Недавно в своей тепличке я сняла помидорку розовый мед. Она дозрела. И как и обещала, я сейчас покажу вам ее на разрез. Я сняла еще одну помидорку. Мы ее сейчас с вами взвесим. Посмотрим, какая она выросла. Вес 349 грамм. Хороший. Первая помидорка, конечно же, больше. Мы ее сейчас разрежем и посмотрим. Так вот, посмотрите. Ох, вкуснятина. Сплошное мясо. Камер много. Видите, какая помидорка? Хвостики уберем. Сейчас я ее попробую. Вкус приятный, сладковатый. Очень сочная. Следует отметить, если вы хотите, чтобы помидорка была более сладкая, то снимать с куста ее нужно до полива, а желательно дня 3 куст вообще не поливать. Надеюсь, видео было для вас полезным. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч!